Сегодня свои двери в рамках первого этапа снятия ограничений открыл многофункциональный центр в Солнечногорске. Пока посетить МФЦ могут только юридические лица по предварительной записи. Записаться можно через колл-центр. Работа, график работы с 8 утра до 20 часов, без перерыва на обед, с понедельника по субботу. Готовность центра проверил глава городского округа Владимир Слепцов. Обязательный фильтр в виде замера температуры на входе, выдача масок, перчаток и главное нововведение в МФЦ после открытия – эко-шлюз. Каждый посетитель перед тем, как попасть в зал, проходит поверхностную обработку специальным дезинфицирующим средством. По решению главы эту арку, эко-шлюз, установили в МФЦ. Я думаю, это очень правильное решение. Огромное спасибо. Значит, здесь проходит обработка верхней одежды и кожных покровов. Возобновлять свою деятельность МФЦ будут поэтапно, в строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических стандартов. На первом этапе доступно получение 7 госуслуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На втором этапе для оформления станут возможными уже более 50 услуг, в том числе для физических лиц. На третьем центры вернутся к полноценной работе. Юлия Унрау, Дмитрий Кузякин. Наше время.